как определить, можно ли уже давать карманные деньги? Используйте универсальный тест. Попросите ребенка, у которого есть богатый опыт посещения магазина с родителями и понимание, что и сколько стоит, сходить за покупками самостоятельно. Если он все покупает правильно, сдачу не забывает взять, значит и карманными расходами готов распоряжаться. Подарите копилку, да не простую, а с намеком. Хотите, чтобы ваш малыш цену деньгам знал? Игра вам в помощь, но не на деньги, а в деньги, настольные игровые манипуляции. А вот такие игры уже опасны для жизни. К подросткам особо денежный подход. Особенно детям, не очень взрослым, на долгую перспективу крупные суммы выдавать не стоит, потому что у них просто нет навыка еще их тратить, эти денежные средства. А вот и детям, которые постарше, наверное, такой хороший период – это неделя, когда вы выдаете на неделю денежные средства, и они их тратят. И делайте это среди недели, чтобы получение денег не ассоциировалось с подведением итогов учебы и поведения за неделю. Мне родители выдают карманные деньги раз, два-три раза в неделю. Я их трачу на прогулки с друзьями, на кино, ну, в фастфуд иногда ходим. Что поделаешь, растущий организм, а что там еще растет? Личность, ее тоже ущемлять нельзя, иначе трудно будет к взрослой жизни чаду адаптироваться. Хорошим решением в семье было бы взаимное проговаривание, согласование доходов и расходов. То есть ребенку желательно посвятить время родителю, чтобы ребенок смог рассказать, а что же он планировал сделать на этой неделе, в ближайшие дни или даже на целый месяц, и какие деньги он бы хотел потратить вот на свои нужды. Тогда и родитель увидит, куда ребенку интересно тратить деньги. И ребенок должен в ответ услышать, что, например, семейный бюджет каких-то вещей не может позволить, а что-то может. И вот это взаимное обсуждение таких расходов, оно сблизит родителей и ребенка, потому что они больше начнут понимать друг друга даже в личном плане, а не только в этих финансах.